Хозяева победили 3-1. Слушаем мнение тренера по игре. Алексей Геннадьевич, пожалуйста, первое слово. Ну, один великий тренер сказал, что кто выиграет пятак, тот завоюет пятак, тот выиграет войну, игру. Вот сегодня соперник, которого поздравляю с победой, выиграл этот пятак и на своем пятаке, и чужой, потому что по броскам, в принципе, одинаковые моменты были. С периметра голы вообще не забивались, то есть они вот все забивались. Один со стандарта, все остальное с пятака. Алексей Викторович? Ну, хороший получился матч, тяжелый. Опять же, думаю, равный был. Тут команда хорошо сработала. И, наверное, тут и вратарь, и защитники, и нападающие, ну, во всех линиях. Молодцы, то есть друг другу помогали. Вот, и, соответственно, здесь был неплохой результат. Ну, у меня все. В принципе, готовимся дальше к домашней серии. Следующие игры тоже тяжелые. Ребят, с победой. Молодцы, болельщиков, с победой.